сделай сам. Культ самоучек покоряет социальные сети свежими идеями и нестандартным подходом. Отныне, чтобы создать нечто новое своими руками, не нужен набор юного конструктора или особенные инструменты. Воображение и смекалка – вот ваши главные помощники. В этом сезоне логомания захватила не только моду, но и мир хендмейда. Блогеры быстро подхватили волну, и теперь DIY по созданию значков не делает только ленивый. Умельцы легко обходятся без специализированного оборудования, мастеря яркие бейджи из пищевого пластика, картона, дерева и даже старых компакт-дисков. Ну а мы не смогли пройти мимо повального увлечения разнообразными стикерами. Сделать их самостоятельно просто. Рисуем нужную картинку от руки карандашами или фломастерами, а затем приклеиваем наоборот двухсторонний скотч. Вырезаем желаемую форму и вуаля! Еще более простой способ распечатать на принтере готовые черно-белые шаблоны рисунков и также заполнить их разными цветами. Пригодится и обычный прозрачный скотч. Переносим заготовку лицевой стороной на клейкую ленту, а затем обрезаем излишки по краям. Самый легкий вариант распечатать цветные картинки сразу же на самоклеющуюся бумагу. Но эта хитрость уже не принесет такого удовольствия от хендмейда. Когда мы запаслись наклейками, возник вопрос, где же их использовать. Мы не растерялись и нашли несколько способов создания блокнота своими руками. Для этого понадобится один лишь лист белой бумаги формата А4. Складываем его по схеме, а затем делаем прорезь. Легким движением руки наша заготовка превращается в мини-блокнот. Впрочем, можно прибегнуть и к другому варианту – со сшиванием. Для этого достаточно подготовить страницы нужного размера, сложить их в стопку и проделать пару отверстий. Связываем будущий блокнот лентой и готово! Закрепить полученные навыки мы решили созданием мимимишного органайзера. Коробка из-под сока, цветная бумага, скотч и немного терпения. Вместительная подставка под нужные мелочи уже красуется на столе. Ну а тысячи других не менее занимательных мастер-классов легко найдутся в сети.